Эй, пес, идем купаться. Персиковый марципан. Под цвет дали. Слышь, персик. Хватит там из земли корм выковыривать. Не надо было рассыпать. Как кажется, собаку не кормят. Вы страшно тонул, скажет. Ну ладно, вчера сам топился у меня, вылил. Ну вот его хорошо бы в водоем загнать. И... Да, только не в такой, как мой. Вот ты выкупаешь свой, будешь купание красного собака проводить. Ну что, вода, ты чего отмывать хорошо, да? А смывать чем будем? Ай! Так вот же полная эта воды. А, отсюда. Главное, чтобы он не испугался звука. Лучше бы все-таки из копчика его. Или в лейку будем заливать. Ну, в лейку, и в лейку поливать. Молодец, молодец. Кружки не ходи. Красавец. Ну, приятно, свежо. Это шампунь для щенков, персиковый марципан. Ой. Натрут марципаном и будешь в шоколаде. Будешь ведь смывать придется. Ранку тоже не трогать лучше. Вот как его с другой стороны мыть, которая не намокает? Все-таки клещи-то еще есть. Хвост у него не намок. Ну давай перейду на ту сторону, а ты сюда пойдешь. Нет, подожди, надо лейку наполнить. Давай, пускай шампунь пока спитывается. Просто тут мотор, если Артем заведет, он может звук испугаться. Ну, ничего не это, мы тоже не заходим. Их очень много, это шкурки. А тут он вообще спит. Ну, вот. Ну так скажи, когда гладят-то приятно, наверное, да? А тут все сухое, он не моется. Тут он вообще не сухой, да? Грудь сухая, чудюшка наверное. Нам нужна водичка, Артём. Давай перейдем в другую сторону.
А это надо. Зато я обмылась. Я хотела, чтобы я опять душ принимать. Да ладно, его все намылить. Не надо. Я уже замучился. Ему сейчас приятно. Ему приятно, он не претерпел. Ну, тогда ему голову надо извлечь. Давай, давай. И тишина. И мы с собакой мокрые стоим. Аккуратненько, аккуратненько. Все хорошо, все хорошо. Он вот. С него аж прям грязь стекает, смотри, вот на морду. Угу. Да. Его нормально промываете, это самое, еще раз намылить его. Ребята, он не вытерпит больше. Да в смысле не вытерпит? Ну, мне приходилось, когда я драла ему клещей, потом давай, чесала, я лью, постоянно делать паузы, чтобы он поиграл с лиськой. Просто пока он мокрый, как будто его и надо самое сейчас промывать. Пошло. Ну да. Самое сложное было намочить. Понимаешь, если мы сейчас шампунь еще раз применим, мы его уже не смоем. Да почему давайте не смоем-то? Ну, какой у него начес оригинальный. Просто водой без мыла. Ну, водой мыла, так и давай. Ну, то давайте продолжать. А что дальше-то? Тогда все. Ну давай, я тебя. Какая-то странная процедура у нас получилась. Мне кажется, надо его еще раз намыливать. Ну вообще, по идее, надо два раза. Конечно, да. Конечно. Не вытерпит. Да все он вытерпит, что с ним станет? Давайте завтра. Так в смысле, мы его уже промочили хорошенько. А, вы завтра едете. Нет, его мочить надо. Пёс, ты нормально? Все нормально, промок весь. Давай я с ним немножко погуляю, пока ты все наливаешь. Так он сейчас высохнет и все. Ну какой, ну я пройду с ним буквально. И нормально? Чего ты напуганный-то, да? Я напуганный вообще человек. Вот прям у него кровище здесь, она все сухое. Ну так конечно. Но она не даст вот здесь. Но здесь еще ладно, там может там подушка. Поделикатнее. А тут его надо промыть, ему корпус-то весь. Не, вы пока наливайте, мы немножко отойдем, он там погуляемся. А что, и пойдем снова. Его намыливать надо, а не наливать. Конечно. Вы воду в лейку сначала налейте полностью. Вон у нас лейки полтонны. Он может постоять. Ну, заканчивайте. Давай его намылим, вы погуляете, а потом его смоем. Да? Так и все же высохнет. Да нет. Ну, как высохнет, то что? Затяг в минуту, пока его будете лить, нырли, наливать в очередной раз. Пес, я бы на твоем месте не вытерпела. А ты его не подначивай. А я не подначиваю. Я просто представляю себе в детстве, когда бабушка мне два раза голову с мылом мыла. И мне мыло нормально все было. Лохматый такой. Иракиос. Вещей всех помоем, будут чистенькие, хорошо же. Вообще-то это приятно, наверное. Пёс, тебе точно приятно? Да. Целоваться неприятно, скажи, а это приятно. Артём, а ты можешь мне косичку под футболку засунуть? А то сейчас я и фон помогу. А то как же. Фу, уже поняла. Спасибо. Так еще чище будет. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Да я... Ой, глазки закрыли. Ой, молодец. Да? Вот житие вот пошло. Ну, шрам такой на лапе. Тут некоторые в комментариях подозревают, что это Веськин братик. А кто-то подозревает, что его украли, и это провокации. Надо сообщить в полицию, что собака найдена. Так Машка же связывала с этим сайтом относительно местных потеряшек.
Ну да. Там-то упомянуто лишь о том, что он находился где-то... Ну, он бегал с ремнем на шее. У гостиницы, видимо, его пытался поймать, а он сбежал. Ну, может, шампунь не нравится. Потому что он грязный или сухой? Не, он грязный. Там сколько на брюхе плещей. Вообще прям виноградом. На брюхе ему даже не смогло ничего. Он лежал на пузе все время, если лежал. Ты стоишь на муравейнике, сейчас они тебя вон, они уже лезут в твои руки. Спасибо. Прям реально. Так, это не плещ, это... Здесь у него под коленками на задних лапах охренеть. Реально надо таблетки купить, чтобы клещи просто все сдохли. Непонятно, что есть там таблетку или нет, все-таки капли. Вернее, я на карте убедилась. Да? Он с такой скоростью все съедает, что он даже не поймет, что это была таблетка. Давайте возливать будем, мы пока пройдемся. Ну сейчас давай вон из лейки вылим, что там осталось же, по-моему. Ну давай, конечно. Да за чешем. Типа ты боец, что ли? Больше на порез похоже. А где твоя это? Мы смыли, что ли, где у нас было? Дырка. Где? Сейчас он об этом сообщит. Что? Сейчас он вам об этом сообщит. Ну, убери, убери, это еще кровь. Клещ. Вот он, это дырка. Ну, это не дырка. Ну, ладно, нарывчик там был. Угу. Это сейчас остатки воды ты сюда и вылей. Вот это что ли? Угу. Рви. Вот. Ну, ну, нарывало просто его. Содержимое, которое из него в чего там капало, когда он лапкой ободрался. Ну, то есть не дыра. Ну, слава богу. Давай, вылем. Вчера. А ты чего вечером? Держи. Тихо. Стой. Стой. Тихо, 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 тихо. Теплая водичка придет немка. Тут-то ты можешь со шланга полить, ты ему голову лучше мой слейки-то. Чтобы поделикать. Мы его всего будем со слейки. Пойдем. А был бы бассейн, просто пихнуть его в бассейн и все. А что у него, а кровище вон под коленкой? Ну, это я клещей дергала, видимо. Продолжение следует...
Все, выключаю. Стой, стой, стой. Пришли сюда сохнуть. Что-то он прям в грязь жопонькой мокрый, да? Мороша не захотела к тебе выходить. Вон она сидит. Следит за тобой. Давай уже вылизывайся. А то ты в грязи сидел нормально, а тут нет. Да? Фу, весь в линях. Вот тут солнышко. Садись на солнышко и сиди. Сохни. Потом мы тебя отведем в тенечек. Ну и куда? У него вот я клещей у него там на ляжках это снимала кровище. Вот, да, вон лапы свои давай. Мощные лапища вылизывай. Потом посмотрим на тебя сухого.